Porsche проехал, вот у него сейчас пробег 10,5 тысяч километров, из них 8 он проехал на стенде. Сейчас мы добавили метанол, интеркулеры и все собственного производства. Вот все, что мы разработали вот за эти там 1.5-2 года. Да. Причем сколько мы прошлый год весь с ним боролись, когда ушли на стейдж 3. Я бы даже чуть грубее сказал. Александр является обладателем мирового рекорда среди 992-х вообще. Да. Мы начинаем 24-й Unlim 500+. С точки зрения абсолютных цифр, если говорить про 992-й, то Александр Лобачева самый быстрый. 9.123. Александр Лобачев, попробуй догони, что называется. Третье место, Александр Лобачев, Porsche 911 Turbo S. Второе место, Александр Лобачев, Level Performance.